Защитники Отечества – опора и гордость России. Из года в год от призыва до призыва Мордовия продолжает отправлять на срочную службу новобранцев. Ежегодно со сборных пунктов республики уходят отдавать долг родине почти 2000 призывников. Сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот, ракетные и воздушно-десантные войска. Наши ребята служат в самых разных уголках страны, на самых различных позициях. Несколько лет назад новоиспеченные солдаты стали пополнять и научные роты. С 2018 года у нас в научные роты было отправлено чуть меньше 40 ребят. Это довольно-таки большая цифра для нашей скромной республики. И ребята туда отбираются самые подготовленные. В основном это выпускники Мордовского государственного университета. Средний балл у этих выпускников должен быть не менее чем 4,5. Ну и, конечно, тяга к научной деятельности. Военный инновационный технополис «Эра» – этот современный научно-исследовательский комплекс имеет не слишком скромную, но справедливую расшифровку – элита российской армии. Черноморское побережье – 8 научных рот. Там, в числе других солдат, службу несут 6 ребят из Мордовии. Они занимаются разработкой и внедрением передовых технологий в области обороны и безопасности, научными исследованиями и опытно-конструкторскими работами. Технополис «Эра» остается единственным в мире военным наградным с четкой ориентацией на продукцию и технологии военного и двойного назначения, обеспечивающих обороноспособность государства. В 16 испытательных лабораториях Технополиса операторы научных рот осуществляют свою научную деятельность под руководством органов военного управления, научно-исследовательских организаций Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. По словам ребят, опыт и знания, полученные во время обучения в ВУЗе, пригодились на службе максимально. К примеру, Александр Новиков несет службу в лаборатории нанотехнологий и наноматериалов. В настоящее время личным составом лаборатории и операторами третьей научной роты выполняются две научно-исследовательские работы, а также несколько инициативных проектов. Я принимаю участие в работе, направленной на повышение оперативности диагностики и лечения коронавирусной инфекции с использованием биологических сенсоров для индикации коронавируса SARS-CoV-2, а также других патогенных коронавирусов. Самые современные и комфортные условия не только для научной деятельности, но и проведения досуга. Перед военнослужащими открыты все возможности для разностороннего проведения свободного времени. Ну а развить свои физические способности можно в физкультурно-оздоровительном комплексе. В таком технополисе абсолютно точно будут подготовлены настоящие защитники Отечества, авторы уникальных научных разработок, необходимых стране. Наши ребята присоединяются к многочисленным теплым словам и поздравляют всех причастных с главным праздником сильной половины человечества – с Днем Защитника Отечества. От имени военного инновационного технопольца «Эра» и от себя лично поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Это праздник поистине всенародный. Он стал символом бесконечного уважения ко всем, кто стойко и мужественно защищал Родину в годы войны, отстаивал независимость страны в горячих точках, кто сегодня охраняет рубежи отчизны в рядах российской армии и флота. Военнослужащие России верой и правдой служат своему Отечеству, оберегая мир и покой россиян. Желаем всем крепости духа, успехов в ратном труде, счастья, здоровья, благополучия и мирного неба. Юлия Мамаева, Владимир Надькин, «Народные новости».